Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Братья и сестры, постящиеся, мир вам, милость Аллаха и его благословение. Мы постимся ради Аллаха, любя его, и нам облегчается пост по мере увеличения этой любви. Тягость голода и жажды, усталость и оставление своих желаний в дневное время из любви к Аллаху. Из-за нее мы можем терпеть все это. Буква «Х» и «Любовь». Мы поговорим о любви к Аллаху. Любовь к Всевышнему Аллаху – наиважнейшая в этой жизни. Кто не чувствует ее, тот пребывает среди мертвых душой. Она – свет. Потерявший ее останется среди темноты. Она – излечение тому, чье сердце из-за ее отсутствия погубило болезнь. Она – сладость. Если человек не добьется ее, то его сердце наполнится заботами и бедами. Клянусь Аллахом, любящие Аллаха добились почета в этой и грядущей жизни. Аллах предопределил, что человек с тем, кого он любит. Какое же это большое благо для любящих? Счастье полностью связано с любовью к Всевышнему Аллаху. Вера, которую мы ищем и желаем ее сладости, она пребывает в этом великом вопросе – любви к Аллаху. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Значит, любовь к Аллаху должна быть прежде любви к другому. Беда, если любовь к Аллаху уравнивается с любовью к другому. Об этом говорят люди ада. ماذا يقول أهل النار؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. И сегодня мы замечаем в себе слабость в вопросе любви к Аллаху. Мы утверждаем, что любим Аллаха, но ослушаемся Его приказов. Мы утверждаем, что любим Его, но оставляем некоторые Его приказы. Всевышний Аллах указал нам способы, посредством которых мы начинаем любить Его. К примеру, размышление о благах Аллаха и о Его именах и качествах. У Аллаха не имеет обязанностей перед человеком. Нет. У Него не потеряется никакое дело, то есть каждый получит воздаяние за содеянное. Если Он наказал их, то это по причине Его справедливости, а если помиловал, то это из Его милости. Он наищедрейший. Эти блага щедро даровал нам Всевышний Аллах. Он наищедрейший, наимилосерднейший и наивеличайший. Стесняется отвергнуть мольбу раба, когда тот молит его. Увеличивает награду за благое дело от 10 и до 700 раз, во много раз. А плохие деяния не увеличивает. Разве это не побуждает тебя, брат-мусульманин и сестра-мусульманка, любить этого щедрого, великого, милосердного Господа, великодушного, оказывающего милости и постоянно дарующего нам благо? Затем, если мы полюбили Аллаха, мы боремся против своих страстей, чтобы исполнять то, чем Он нас обязал, и оставлять то, что Он запретил. Полюбив Аллаха, у нас появится гнев при виде запрещающего им. Если мы любим Аллаха, то мы любим людей, покорных Ему, и не любим тех, кто ослушается Его.
Как мы можем говорить, что любим Его, полюбив Его врагов? Я думаю, братья и сестры, мы поняли эту великую степень и некоторые из ее обязанностей и того, что связано с ней. Просим Всевышнего Аллаха сделать нас любящими Его, наделить нас любовью к тем, кто любит Его, Всевышнего, и привить нам любовь ко всем делам, приближающим нас к Нему. Просим Аллаха любить нас, воистину, Он щедрый и великодушный. Мир и благословение пророку нашему Мухаммаду, его роду и всем его сподвижникам.